Всем приветики! Сегодня, как я и обещала, мы будем готовить универсальный стиральный порошок, можно так сказать, порошок-крем-гель, вот так, в котором мы будем использовать натуральные вещества. Так как у нас как раз наше жидкое мыло закончилось, то сейчас мы будем варить наш крем-гель. Его можно использовать как для чистки раковины, как для чистки стирки белья, чистки плит, все-все-все-все, что можно только почистить и постирать, соответственно, можно его использовать. Вот. Для этого мы будем брать, нам необходимо взять 100 грамм мыла. Мыло у меня сейчас вот такое арома, оно вкусно-вкусно пахнет. Нужно нам всего мыла хозяйственного, либо ароматизированного. Если вы хотите, чтобы у вас было более-менее такое, знаете, гипоаллергенно, можете взять, допустим, ушастый нянь. Я взяла сегодня вот обычный арома, очень-очень вкусно пахнет. Это парфюмированное мыло. И, соответственно, вот такое взяла. Это очень классно на кокосовом масле китайское мыло с отбеливающим эффектом. Очень-очень, девочки, крутое. Если увидите, обязательно возьмите. Здесь всего 200 грамм. Вот, я взяла вот этот кусочек. Если два посмотреть, 266 грамм. Это нам много. Нам нужно будет из этих двух кусочков сделать ровно 100 грамм. 100 грамм на 5 литров. Что мы делаем? Сейчас у нас греется вода, 5-литровая кастрюлька. Это кастрюлька, в которой мы всегда варим наше мыло. Вот, сейчас ждем, когда вода закипит. Что мы делаем сейчас? Мы отмерим от этих двух кусочков мыла 100 грамм и натрем на мелкой терочке. Все, сейчас я натру и продолжим мы дальше. Все, девочки, у нас получается, я взвешала, 436 грамм получилось. Это мы набрали 100 грамм. Это вот, смотрите, пустая аналогичная тарелочка, да? Вот она весит 333 грамма. А наша уже с нарезанным мылом. 436, то есть 103 грамма мы взяли. Что мы теперь делаем? У нас кусочки остались, это мы оставим на потом. Теперь мы заводим нашу мыльную стружку, заводим в теплую воду. Все, мы насыпали и теперь помешиваем. Примерно мы будем помешивать до такой степени, пока у нас вся мыльная стружка не растворится. Самое главное, девочки, чтобы вода не закипела. То есть мы будем мешать. Сейчас она примерно будет. Можете убавить медленный огонь, чтобы, соответственно, вода не закипела. Так, сейчас мы пока доводим до кипения. Вот наши уже почти все кусочки мыла маленькие, смотрите, растворяются. Вода нагревается. Все, сейчас мы подождем, когда полностью растворится наши мыльные стружки. И продолжим дальше записывать. Так, пока, соответственно, наше мыло начинает растворяться, нам нужно отмерить. Берем вот такую кальцинированную соду. Вот эта сода, она предназначена для обработки, и можно мыть ее посуду. Нам ее нужно будет ровно 100 грамм. Насыпаем. Так, 433 нам нужно, чтобы было, так как у нас тарелочка весит 430 грамм. Вот, все, достаточно. Мы берем ровно 100 грамм, больше не нужно. Это из расчета на 5 литров. Вот, смотрите, уже практически у нас наше средство. Наши стружки уже практически растворились. Вот, уже прям даже видно. И становится такая мыльная. Что теперь мы делаем? Мы сейчас еще 2 минуты ждем. И начинаем медленно всыпать нашу кальцинированную соду. Так, помешали мы. Так, всыпаем нашу соду и перемешиваем. Все, мы перемешали. Наше средство уже довольно-таки горячее. Но, опять же, нам не нужно, чтобы оно закипело. Тщательно перемешиваем. И, соответственно, выключаем наш газ. Пробуем. Да, действительно, уже горячее. И выключаем наш газ. И так, все, мы выключаем. Дальше сейчас я вам расскажу, что делаем дальше. Все, мы еще минутки две доварили его. То есть до кипения оно еще не дошло. До сих пор горячее. Что мы будем теперь делать? Теперь, смотрите, наш универсальный гель уже практически начал потихонечку загустевать.
Этот гель можно использовать для стирки детского белья, особенно если вы использовали детские, к примеру, ушастой няньки полиаллергенное мыло, то можно и для детского. А так можете использовать мыло практически любое. Я делаю иногда из хозяйственного, иногда вот парфюмерное дело, как вам удобно. Сегодня мы сделали с более отбеливающим эффектом. Это вот китайское новое мыло, новинка. Что касается расхода. Расход, девочки, примерно на одну стирку нужно 150-120 миллилитров на 5-7 килограмм, если вы стираете в автомате. Также можно замачивать в полуавтомате, без разницы, где-то 100-120 миллилитров вам нужно будет этого жидкого геля на 5-7 килограмм. Поэтому уже будете там ориентироваться. Так, что касается себестоимости, то смотрите, кусочек вот этого мыла мне обошелся 500 тенге. Это дорогое мыло, то есть оно сейчас как бы у нас новинка, это, но оно супер-пупер отбеливает и отстирывает вплоть до того и всякие загрязнения, и пасту отстирывает. Вот это мыло дорогое, это оно стоит 500 тенге. Потом обычный кусочек мыла, это вот Блю де Шанель, 200 тенге. И кальцинированную соду я отдала 300 тенге. Итого получается 500, 300 тенге и 200, около 1000 получилось, что у меня составила себестоимость моего геля стирального. Я им могу как стирать, так и мыть посуду, без разницы отстирывать грязную поверхность. Поэтому можно, к примеру, мыло было взять мне не вот это дорогое, да, китайское, а взять обычное хозяйственное, которое стоит тоже 200 тенге. Тогда себестоимость намного бы уменьшилась. Этого геля 5 литров мне хватит примерно на 2 месяца. То есть, если мы будем стирать по мере загрязненности, семья у нас состоит из 5 человек, это трое маленьких и двое взрослых, то, соответственно, нам хватит примерно на 1,5 месяца. Я считаю, что это более оптимальный вариант. Тем более, я знаю, что здесь нету никаких химических отдушек. И, в принципе, не вызывает аллергии, гипоаллергенно. Все зависит в любом случае от мыла, которое вы используете. Все, теперь ждем. Что мы делаем? Мы теперь ждем, когда наш гель полностью остынет. Он тогда получит кремообразную структуру, то есть загустеет, благодаря вот то, что мы использовали кальцинированную соду. И, соответственно, будем разливать, нальем нашу 5-литровку. Если у вас есть другие какие-то удобные емкости, можете по другим емкостям. В принципе, все. Я вам покажу, как загустеет конечный результат. Приятного просмотра. А какие, варите ли вы вообще гель? С какого вы города поделитесь? И варите ли вы вообще такой гель стиральный, очистительный? Поделитесь, пожалуйста. Нам будет очень приятно услышать. Все, дорогие девочки. У нас, получается, прошло где-то часа 4. И вот, даже меньше, наверное, часа 3,5. Как только остыл, и вот он стал вот таким теперь густым, желеобразным. Все, теперь его можно переливать по баночками и использовать. Все, всем пока. Приятных выходных, берегите себя и будьте здоровы. Вот такой у нас получился изумительный густой гель. Всем пока.